«Ленин жил, жив и будет жить». С таким лозунгом 22 апреля в Ульяновске отметили день рождения Владимира Ильича Ленина. Человека, изменившего ход истории России и всего мира. Наш земляк смог коренным образом поменять представление о национальной справедливости и правах народов. Эта дата, которую мы ежегодно отмечаем, она является исторической датой для нашего Ульяновской области, так как родился здесь Владимир Ильич Ленин, и память его мы постоянно, его, конечно, чтим. К памятнику вождя мирового пролетариата на главной площади города несли цветы, несмотря на непогоду. Почтить память Владимира Ильича пришли ветераны, общественники и представители правительства. К ним присоединился и губернатор Сергей Морозов. Память должна сохраняться историческая всегда. Мы не должны ее забывать. Вот сегодня, когда мы возложили венки к памятнику Ленина, мы как раз и сделали то, что должны были делать российские, советские люди. В этот же день глава региона провел встречу с главными хранителями славных трудовых традиций – ветеранами. Многие из них были награждены орденом Ленина. Именно эта награда в Советском Союзе считалась высшей формой поощрения и признания. Получить орден Ленина считалось престижно и почетно. Традицию решили продолжить. Совместно утвердили решение о возрождении Ленинской премии. Помните, да, о том, что это была важнейшая государственная награда в государстве. Мы не можем за государство сейчас такое решение принимать, но региональную награду, государственную региональную награду, мы такую вот премию, мы имеем право. В присутствии ветеранов губернатор подписал распоряжение о губернаторской премии имени Владимира Ильича Ленина. Вручение награды станет настоящим признанием заслуг перед Ульяновской областью. И мы с удовольствием восприняли это известие, что будет, наконец, вручаться Ленинская премия за большие заслуги. И, само собой разумеется, для нас это великий стимул и событие, необыкновенное событие. Поэтому мы очень рады, что такое решение принято. Премия имени Ленина будет присуждаться с 2020 года раз в 5 лет. Получить ее смогут как один лауреат, так и коллектив за вклад в исследования в области гуманитарных, общественных наук или за творческие достижения в литературе и искусстве. Церемония награждения будет проходить в день рождения Владимира Ленина 22 апреля. Размер ее составит 1 миллион рублей. Сегодня, вот приходя к памятнику Ленину, просто радостно, что то, что было заложено вот теми еще годами, оно сейчас просто воплощается в жизнь. И город становится лучше, и молодежь становится настолько... Вот мне нравится жить сегодня в нашем городе.